Дайверы обнаружили необычную рыбу – сельдяного короля. Он считается одной из самых необычных рыб мирового океана. Сельдяной король имеет змеобразное тело, длиной до 3,5 метра, высотой 25 сантиметров и весом около 250 килограмм. Ремень рыба не имеет чешуи. Вместо этого у него костные туберкулы. Битает удивительная рыба на глубине до 700 метров, реже – до 1000 метров.